Многие из вас переживали, как же Мирон спал на верхней полке поезда. Рассказываю. Как только он туда забрался, сразу же попросился вниз, чтобы покушать. На минуточку, был 12 час ночи. И как только Мирон утолил свой голод, он вырубился на нижней полке. А проснулся Мирон очень рано, за 3 часа до приезда поезда. Но Мирон ни капельки не скучал. Он наблюдал за проезжающими видами, а потом вспомнил, что утром-то он еще не завтракал. Ведь для кого мы набрали столько еды в поезд? Нужно все немедленно съесть. И наконец-то мы стали подъезжать к Москве. Но поезд почему-то не останавливался. И тогда Мирон стал удерживать его изо всех сил. И у него получилось. Поезд затормозил. А мы благополучно вернулись домой.